Всем привет, уважаемые друзья! Вы смотрите канал All Around Explained. И судя по моему пустому рабочему столу и названию ролика, речь сегодня пойдет о том, как правильно установить самолет Zeebo Mod в 2019 году. Да, на нашем канале есть подобный мануал о том, как правильно установить Zeebo Mod, но он несколько устарел, потому что Zeebo изменил логику обновлений, логику наката этих самых обновлений. И сегодня за несколько минут я постараюсь рассказать, как же правильно установить Zeebo Mod, чтобы все работало и не было никаких проблем. Итак, поехали. Первым делом мы идем, естественно, в мой любимый Google. Здесь мы ищем Zeebo Mod. И, как видите, первая ссылка, она ведет на форум explain.org, на котором рассказывается, что такое Zeebo Mod, с чем его едят и что в него входит. Нас это не особо интересует, нас интересует раздел Download Links, где перечислено то, что необходимо скачать. Первым действием мы открываем ссылку номер раз. Да, кстати, все ссылки, как обычно, под видео в описании я аккуратным образом для вас сложу, и вы сможете, непосредственно просматривая данный мануал, перейти и скачать необходимые файлы. Первая ссылка ведет на Google Диск, где сложены все необходимые файлы для самолета Zeebo. Далее я пользуюсь Terrain-радаром от производителя DR-Glug и не менее клевой штукой под названием Avitab. Две ссылки на плагины дополнения и одна ссылка на сам самолет. Перейдя по ссылке на Google Диск, вы увидите достаточно много различных файлов и папок, вам необходимо всего два. Первое — это файл, который называется B737800X, и далее идет его версия с приписочкой Full, занимает 2 гигабайта. Вам необходимо скачать ее, и далее вы скачиваете самый последний архив по версии, смотрите, есть 3.36.26, он на сегодняшний день самый последний. Скачиваете также его. Это так называемый hotfix, то, что исправляет Zeebo каждый день и выкладывает для скачивания. Очень часто вы можете столкнуться с такой проблемой, когда захотите скачать вот этот вот полноценный 2-гигабайтный архив. Вы нажимаете кнопочку Download. Система предупреждает, что так как файл очень большой, она не может проверить, есть ли там вирусы или нет. Вы соглашаетесь с тем, что вам необходимо скачать. Сейчас система мне разрешила скачать, но бывает так, что выскакивает сообщение о том, что превышена квота и скачать файлик нельзя. Такое бывает, это ограничение Google, поэтому для того, чтобы скачать файл в таком случае, вам необходимо правой кнопочкой мышки нажать на необходимый файл, в данном случае 36_full.zip, и нажать ссылку Make a Copy. Make a Copy сделает копию в вашем Google диске, и тогда вы переходите в свой собственный Google диск, и там будет лежать копия этого файла, которую вы успешно скачаете. Далее мы переходим по ссылке Avitab. Ссылка ведет на explain.org. Я напомню, что для того, чтобы скачать файлы с этого ресурса, вам необходимо зарегистрироваться. После чего вы нажимаете кнопку Download this file и начинается скачивание. Теперь Terrain Radar. Все то же самое. Переходите, скачиваете. Очень часто имеет смысл смотреть на версию обновления. Она указывается в правой части блока информации о данном файле, и, как мы видим, этот Terrain Radar обновлялся 6 июля. По идее, если вы обновляете Zeebo Mod достаточно часто, то вам таких манипуляций делать не надо. Скачав все необходимые файлы, они у меня находятся в отдельной папочке, которая называется Zeebo, мы открываем папочку с Explain'ом 11. А далее я рассмотрю два варианта возможных с Zeebo. Первый — это установка с нуля, и второй — это обновление. Как правильно обновлять Zeebo Mod? Первым действием вам необходимо открыть папочку Aircraft и сюда распаковать сам файл с самолетом 737 от Zeebo. Для этого мы открываем архив, видим, что здесь есть папочка Boeing 737-800, и перетаскиваем ее к нам в папочку Aircraft. После того, как папочка перенесена, нам необходимо открыть последний скачанный файлик с обновлениями от Zeebo. В данном случае это B738X 3.36.26.
открыть папочку, которую мы только что скопировали, вытащили из архива, выделить все файлы внутри этого архива и перетащить в папку B737-800X. Я спешу обратить ваше внимание, что перетаскивать необходимо не в какую-либо папку, такое бывает. Иногда вы не обращаете внимания и копируете эти файлы в какую-то папку, указывая ее вот таким образом, выделяя. Необходимо перетаскивать на пустое пространство окна Windows. Но это для тех, кто совсем не знает. Система, естественно, предложит заменить существующие файлы. Мы с этим соглашаемся. Все, на данный момент времени у нас Boeing 737-800 от Ziba установлен и готов к полету. Можно, в принципе, сейчас запустить X-Plane и насладиться полетом. Но, так как мы хотим максимально погрузиться в историю с Ziba Mod и с полетом на нормальном самолете, с нормальными плагинами, которые могут быть установлены в систему, мы переходим в папочку X-Plane, Resources, Plugins. И здесь мы открываем два архива Terrain Radar и Avitab. После чего мы берем и перетаскиваем папочку Avitab в папочку Plugins и папочку Terrain Radar в папочку Plugins. У меня эти плагины уже установлены. На этом установка Ziba Mod с нуля завершена. И вы можете насладиться полетами на этой прекрасной модели самолета в X-Plane 11. Теперь, как выполнять обновление Ziba, если оно вышло? Оно выходит достаточно часто. Вам необходимо перейти в папочку Aircraft, папочку самолета Boeing 737-800, открыть Google диск с Ziba модом. Я рекомендую его сохранить в любимых сайтах, чтобы не искать постоянно через Google. Далее вы, во-первых, смотрите, не вышла ли новая версия Ziba мод, которая имеет префикс full. Сейчас, на данный момент, это 3.36, но она может стать 3.37. Тогда вам необходимо выполнить установку с нуля, практически с нуля. Пока этого не произошло, мы качаем последний доступный фикс. На данный момент это 26-й, мы уже его скачали и установили. Завтра появится 27-й, послезавтра 28-й. Естественно, каждый день обновлять Ziba — это такое себе, я вам скажу. Поэтому, если вы спустя неделю после установки увидите здесь файлик 3.36.48, вы качаете его, открываете архив и точно так же, как мы и проделывали при установке с нуля, перетаскиваете новые файлы в папочку Ziba. Если модель самолета Ziba обновилась и она стала 3.37, 3.38 и так далее, то есть вам предлагается к скачиванию новый самолет, как обновление произвожу я? Я выделяю все файлы с помощью комбинации клавиш Ctrl-A, нажимаю Ctrl и выключаю из этого выделения ливреи, так называемые скины самолета, после чего я удаляю существующие папки, которые здесь есть, открываю вновь скачанный архив, предположим, что это 3.37, и таким же образом закидываю в папочку то, что есть в этом архиве. Тем самым при обновлении я не теряю тех ливрей, которые я уже накачал для самолета Ziba, и в конечном итоге я имею обновленную версию самолета с моими любимыми ливреями и с установленными в симулятор плагинами. На этом все, друзья. Я желаю вам хороших мягких посадок, хороших бесперебойных полетов на самолете Boeing 737-800 от Ziba. Вы смотрели канал All Around X-Plane. Я надеюсь, что это видео помогло вам разобраться, как же правильно устанавливать и обновлять самолет Ziba в 2019 году. Для вас это видео подготовил Николай Паршуков. До новых встреч. Пока!